Здравствуйте, дорогие художники! Теперь я к вам буду обращаться как к профессионалам. Мы с вами прошли огромный путь в написании натюрмортов. Следующее действие наше будет в глубину искусства, в глубину визуальных образов. Без человека, без животных мы не справимся. Мы должны обязательно уметь рисовать образы человеческие, образы деревьев, образы пейзажей, образы животных. И вот сегодня у нас начинается с вами такой блок практических занятий, в которых мы научимся делать изображение человека. Все, кто к нам сейчас присоединился, это очень смелые и очень, нужные искусству люди. Поэтому мы очень-очень всех любим, обнимаем и пытаемся вас направить правильно идти по искусству, потому что в изображении человека есть много очень каверзных таких...